Спасибо. Севастопольских дзюдоистов поздравили в правительстве Севастополя с успешным выступлением на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Наши спортсмены добились 2 медалей. Иван Ефанов, мастер спорта международного класса, серебряной, Антон Тыщенко, бронзовой. В общекомандном зачете из 62 команд Севастополь на 10-м месте. Поздравления прозвучали от заместителя губернатора Севастополя, заместителя председателя правительства города-героя Андрея Позднякова, заместителя губернатора Севастополя Евгения Дубовика, начальника управления молодежи и спорта правительства Севастополя, мастера спорта Олега Вечирко. С проблемами севастопольского дзюдо президент Севастопольского регионального отделения этого олимпийского вида спорта России Андрей Ермовский и президент Севастопольского регионального отделения самбо России, мастер спорта Вячеслав Кривошеин. Хочу сказать большую благодарность севастопольцам, что они тоже нас всегда поддерживали. Даже вот снова и правительству, прежде всего губернатору, так как наша федерация также принимала участие в международном фестивале Таврида. Ребята показывали урок мастер-класс, ну это прежде чем чемпион мира по самбо Кирилл Воловик. Был проведен турнир совместно с московской организацией. 62 региональных отделений завоевали на 10-м месте. Это очень прекрасный результат. И девиз, хочу остановиться на девизе нашей федерации. Здоровая молодежь, крепкое государство. В России мы будем лучшими. Иван Ефанов стал вице-чемпионом России по олимпийскому дзюдо. Самые тяжелые схватки, ведь вы их провели 6. Ну, конечно, все были тяжелые, и каждая по-своему. Там первая как разминочная, втягивающая, последняя – это финал, ответственность и завершающая – это силы на исходе. За выход в финал тоже не менее важная встреча, то есть тут решается цена медаль. Так что каждая встреча по-своему тяжела. Поздравляем с дочкой Настей. Спасибо, да, дочке уже 2 месяца сегодня, и назвали Настю. Удачи и побед. Спасибо. Владимир Милянский, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».